Всем огромный привет! Сегодня были мы в Пятерочке. Я где-то в ней, получается, второй или третий раз всего лишь, потому что она у нас находится далековато. Что мы купили? Взяли вот такой вот доширак по 28 рублей. Он идет у нас, получается, с курицей. Также хлеб вот такой вот по 18 рублей урожайный. Это Леша взял себе полбулочки. Также нашему котику корм вот такой вот взяли. Кэти с кусочками говядины в соусе. Тут ключик такой по 38 рублей. И вот такой вот жидкий корм по 14 рублей. Это с лососью и форелью. Так, это с телятиной и индейкой. Таких вот два. Также яйца отборные по 58 рублей десяток. И на вот такой вот шебе была акция по 14 рублей тоже. Корм нашему котику. Такой вот мюсли с орехом взяли по 64 рубля от марки Ого. Очень вкусно, так с кефирчиком или с молочком. Очень даже неплохо. Или с ряженкой. Ряженка вот такая вот по 38 рублей. Вот такая вот тоже вкусная. Так, фитнес-хлопья вот такие вот по 74 рубля. Они тоже по акции были. В ленте они подороже стоят. Тоже взяли. На кассе вот такой вот взяла батончик с карамелью. Шоколадный батончик с печеньем и карамелью. Ну, типа твикса, наверное, 28 рублей стоит. Кукурузу беру в первый раз там от красной цены. Здесь 420 грамм. Вот такая вот. 36 рублей. Ну, не знаю, хорошая она или нет. Сейчас буду как раз салатик делать. Так, хлебцы вот такие вот взяла. По 29 рублей. Ну, там никаких просто не было. И, ну, лежали, но на них не было акции. Так, и взяли вот такие вот маффины по 88 рублей. Они, получается, с клубникой идут. Еще были, получается, со сгущенкой, с начинкой. И в Магните они тоже продаются, только не знаю, по какой цене. Ну, в Магните мы брали, вкусные, нам понравились. Так, и наша покупка составила 967 рублей. Вот, продукты мы взяли. У нас на улице идет снег, зима. Всем, кому понравилось мое видео, ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии. Всем пока-пока.